Привет, друзья! В Подмосковье проходят испытания системы контроля воздушного пространства СКВП. Разработчик комплексного ПВО – Центральное конструкторское бюро аппаратостроения из Тулы. Система состоит из 24 радиолокационных станций с фазированной антенной решеткой, весом по 110 кг, устанавливаемых на треногах, подвижных средствах или на зданиях. Технические возможности СКВП позволяют отслеживать одновременно до 20 воздушных целей, в том числе и малоразмерные дроны. При этом система определяет их тип, высоту полета и расстояние до них. Система СКВП может обнаружить цели со скоростью движения до 972 км в час и способна работать в связке с комплексами ПВО или РЭП. Тестовые образцы уже работали без выключения 18 тысяч часов. Управлять системой можно с ноутбука. РЛС-система СКВП позволяет засечь самолеты типа Boeing на дистанции более 90 км, самолеты типа Cessna на 30 км, БПЛА типа Фурия или Мугин на дальности до 18 км, дроны типа Mavic 2 на дальности до 4 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.